по компонентам, то он находится на втором месте, между прочим. По компонентам он опережает и Дениса Леушина, и Константина Меньшова, и Артема Григорьева, и всех остальных. И проигрывает только Евгению Плющенко. 9 баллов по компонентам. А что касается элементов, то Денис Леушин находится вот как раз на третьем месте. Вслед за Плющенко и Меньшов. Нет, вот камера, да, есть. Был неправ, она просто на подставочке стоит, а и с руки снимает специальный человек. Просто когда он снимает, я на лед смотрю. Итак, далее катается Станислав Ковалев. Своей программой из кинофильма «Стиляги». Мы видели ее на финале. Станислав Ковалев. 18 лет ему исполнилось в октябре. Катается в школе под названием «Юность Москвы». Так она называется сейчас. У Жанны Громовой. Нечистенько у него проходят прокаты, по крайней мере, те, которые мы видели. В Белоруссии на гран-при был третьим, в Турции вторым, в Нью-Йоркском, в финале Нью-Йоркского гран-при седьмым. Вроде бы даже удача ему сопутствует в выступлениях, но тройной Сахаров, тройной Рингербер здесь не прошел этот каскад. Аксель.
даже при всем успехе кинофильма «Стиляги», я думаю, что мало кто вспомнит оттуда сейчас хорошо вот так вот, сразу на память саундтрек. Хотя там были достойные номера, надо сказать. А ты перестаешь, что еще? В прошлом году на чемпионате России был 11-м, а до этого 15-м. В общем, пока еще не поднимался достаточно высоко, терять нечего. Надо идти вперед. Публика так немножко схлынула после выступления Евгения Плющенко. А то в проходах прям стояли. В том числе за спиной стояли, хотели, решили работать. 30.02. Это пятый результат по технической оценке. 31.67. Тоже пятая. Больше даже шестая сумма по компонентам.